Позвольте всех болельщиков футбола поздравить со светлым праздником Пасхи. Сегодня праздник такой церковный, да, и футбол сыграли неплохой. Обоюдоострый моменты имела как наша команда, так и соперник. Я думаю, что зрителям понравилась игра. Но я считаю, что ничейный счет, как бы, по сути, справедливый. Но мы очень тяжело начали этот матч. Понятно, потому что мы провели до этого, еще раз говорю, тяжелый матч с Нижним Новгородом, плюс дорога, мы ночью все перелетали в Красноярск. Ну, пропустили гол в этот период, но после где-то 20-25 минуты мы чуть добавили, перехватили инициативу. И, в общем-то, и у нас были неплохие моменты, подходы в первом тайме. Во втором, в принципе, мы полностью контролировали ситуацию, хотя и у них были моменты, но забили гол, и в концовке, буквально в дополнительное время, могли еще забить два и как бы вырвать победу. Ну, ребята молодцы, не сдавались до последнего, бились, старались изменить результат. Ну, это футбол. Дали возможность проявить себя. Ну, тяжело сразу выходить, не имея игровой практики. Мы его заменили, потому что, ну, он плюс получил желтую карточку, чтобы не доводить. Ну, он, естественно, когда желтая карточка, он играет, защитник уже менее агрессивно, поэтому решили поменять Илеева. А когда поменяешь молодого футболиста, должен быть молодой футболист, поэтому сразу и Беланок поменялся на Песикова. Ну да, в принципе, те замены, которые мы сделали, они игру усилили, добавили агрессии, добавили скорости. Но Раздорский забил гол, Миша Комков вышел на один, Раздорский забил. То есть это те футболисты, которые вышли на замену.